Некоторые белые кичатся, что они белые, и высокомерно относятся к черным. Нет, черный – это только цвет кожи. В одного черный, у другого желтый, в третьего белый. Самое страшное – это то, когда сам-то он белый или черный, но душа у него черная, душа у него грязная. Вот ее уже, так сказать, ничем не исправишь, эту душу. Поэтому мы приветствуем своих братьев черных, негров. Мы приветствуем другие племена, которые борются за свободу. И помогаем мы, и будем помогать. И все народы должны им оказывать. И верим мы, что когда-то действительно будет, народы всех стран будут чувствовать себя братьями. Не будет эксплуатируемых, не будет эксплуататоров. Будет только одно знамя развиваться. Знамя дружбы, знамя мира, знамя братства. И это знамя, на нем будет написано коммунистическое общество. Спасибо за внимание.